Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Здорове харчування та якість продуктів впливають на загальний стан організму людини. І саме сьогодні ми будемо дізнаватися, яким же повинен бути ваш зимовий раціон. А допоможе нам у цьому Аліна Стрільцова, лікарка-дієтологиня. Тож, одразу хочеться дізнатися, яким повинен бути правильний, здоровий раціон людини у зимові холодні і дуже прохолодні дні. Доброго дня, Аліна. Здравствуйте, я вас очень рада видеть. Да, действительно, зимой есть особенности при формировании своего рациона, и я о них сейчас с удовольствием расскажу. Ну, во-первых, хочу сказать, что сбалансированное питание должно быть круглый год, независимо от сезона, но зимой есть свои нюансы. Почему? Потому что температура окружающей среды падает. Для того, чтобы сохранить теплообмен, нам нужны определенные продукты включить в рацион. Во-первых, надо не забывать, что должен быть дробный рацион. Что нужно, трошечки, расскажите про это. Что не нужно пропускать завтрак. Очень часто люди забывают об этом. Они не имеют аппетита и голода на первую половину дня и пропускают этот прием пищи. Зранку прокинулись, самый важный, да. Пьют каву и бежать на работу, чтобы встигнуть, так? Совершенно верно. Да, ну вот завтрак при формировании своего рациона зимой должен включать с собой углеводы, которые цельнозерновые. То есть это все виды круп, которые только есть. То есть полезны гречка, полезен овес, полезна рожь, полезна киноа, модная кашка такая. Можно сочетать разные крупы в себе, но условия для того, чтобы эти крупы были именно цельнозерновые. Ну, то есть мы берем, например, гречану крупу, цельнозерновую в магазине купуем, так, и варим кашу. Да. Например, в понедельник будет гречана, у вівторок пшенична, у середу ячна, например, так? Тобто мы совершенно верно, и даже рекомендуется все виды круп чередовать. То есть каждая крупа, помимо того, что это источник углевода, правильного углевода, это еще источник микроэлементов и витамин. То есть при чередовании разных круп, во-первых, ты свой рацион, зимой же еще есть такое, как депрессия, да, то есть ты свой рацион должен зимой обязательно еще иметь разный, то есть разные виды круп создадут тебе тоже определенное настроение. Насправді, настрою мало, сонця стає дуже мало, похмурі дні, і для того, щоб компенсувати усе це, ми можемо додати у свій раціон такі продукти, які допоможуть нам трошки стати яскравішими, так? Яскравіший день додати за допомогою, наприклад, там, солодких яскравих апельсинів, так? Это однозначно. Оранжевый цвет очень повышает настроение, плюс апельсины содержат витамин С, который тоже поможет нам в профилактике вирусных инфекций, потому что витамин С укрепляет стенку сосудов и таким образом предохраняет кроткость сосуда для того, чтобы не повредить это бактерии. Ну и не лише, ну и зелень, например, так, она тоже очень полезна, и в зимовый период також было бы добре. Але ж люди часто думают, что выращенные фрукты и овощи у теплицах, они имеют меньше, звичайно, витаминов и могут у деякий час нам даже зашкодить. Чи это правда? Это правда, что овощи и зелень, выращенные не в естественных условиях, содержат меньше питательных веществ, больше нитратов, нитритов, но все равно рекомендация сейчас по Всемирной организации здравоохранения не уменьшать количество овощей и зелени даже в зимний период, если источник этих овощей тепличные. То есть все равно к этой каше, к утренней, все равно нужно добавлять салат, состоящий как минимум из двух овощей и зелени. И заправляем это все мы оливковым маслом. И в кашу зимой можно добавить сливочное масло, если нет у тебя противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта, если ты не имеешь лишний вес, если ты можешь себе это позволить. С приводу м'яса, ну от зараз багато людей дотримуються посту, так? Ми про це теж трошки поговоримо, бо справді є такі категорії людей. Якщо це пісне харчування, чи може людина обходитись довгий час без м'яса, без молока, без продуктів рослинного, тваринного, вибачте, походження, так? Чи можна, але ж є декілька днів, коли можна рибу і вино. Цей піст не такий суворий. Є ще суворіші пости? Ну, пост, во-первых, що таке пост? Це дорога к покаянню, да? Тобто, коли чоловік вибирає для себе, що він поститься, прежде всего, концентрація должна бути не на їді, а на душе. Тобто, що таке душа? Це, как бы, ти підготовляєш
обычно постом к какому-то большому празднику. Да, и все четыре поста в православии, это заканчивается каким-то праздником. В данном случае наш рождественский пост закончится Рождеством. Очень-очень светлый, очень классный праздник. И именно твое поведение на посту, это то, что ты отказываешься добровольно, выбираешь для себя по силе, что ты можешь сделать в жертву Богу, да, то немаловажно вопросы, которые связаны именно с питанием, как сбалансировать рацион так, чтобы тебе хватало именно и витаминов, и микроэлементов, и белка, и углеводов не перебрать, и жир, чтобы не перебрать, потому что часто причина именно на посту в переборе углеводов и жиров, и недостаток белка, то есть разбалансированность диеты. Тобто можно ее настолько сбалансировать, ось цей піст, так, пісне харчування, що воно буде нормальним і людина себе буде ще краще почувати. Да, естественно, нужно включить в рацион бобовые, то есть если мы убираем мясо, если мы убираем яйца, если мы убираем творог и молочные продукты, то мы часть животных белков убираем из рациона. Благо, что правильно вы говорите, возможно, рыба. Благодаря рыбе очень хорошо можно сбалансировать свой рацион. Ну и часть вместо этих белков нужно компенсировать именно белками растительного происхождения, которые содержат такие замечательные продукты, как фасоль, чечевица, соя, горох, зеленый горошек, спаржевая фасоль. Эти все овощи у рациона постящегося должны быть, если он хочет сохранить здоровье. Якщо це діти, от зараз дуже багато дітей теж поспішаючи до школи, забувають поснідати або просто не хочуть. Дитину треба заставити, треба їй довести, що її раціон повинен бути збалансований і обов'язково зранку вона повинна поснідати. Так. Ну, я против, Юль, вообще, когда ты что-то заставляешь. Вот и я тоже, но что делать? Все должно быть на осознании. То есть, если ребенок почему-то не хочет завтракать, это надо, во-первых, разобраться в себе. Значит, ты не завтракаешь, значит, твоя семья не очень-то как бы подает пример правильный. Поэтому всегда начинаем с себя, сами начинаем завтракать. И смотрите, через какое-то время и ребенок твой будет завтракать. Поэтому заставлять нет, а вот беседовать – да. Надо беседовать о важности завтрака, о том, что первый прием пищи действительно метаболический и для здоровья очень полезен. С приводу того, що діти можуть і як вони можуть харчуватися, я думаю, тут не повинно бути питань, бо яскравий приклад. Да. Троє діток, чудових дітей, Богу, які їдять без проблем. Так? Да, їдять усе. І їдять корисні продукти, хоча зараз заставити дітей їсти корисні продукти, це, мабуть, велика робота батьків, в першу чергу. Совершенно верно. Сейчас очень действительно много проблем в плане пищевых привычек у детей формируется нездоровых. То есть любовь к фастфуду, любовь к сладким газированным напиткам. И, к сожалению, дети – это самая такая категория, которая очень быстро вызывает пристрастие к этой всей категории фастфуда, мусор, как я называю. Почему? Потому что мусор обильно содержит глутаминат натрия, много сахара, а все эти вещества формируют нездоровое пищевое поведение. То есть пристрастие. Хочу еще, хочу больше. То есть человек не может отдифференцировать, где у него голод, где у него аппетит, где у него насыщение. Все это ломается и происходит проблема в плане веса. Это страшно, справді, бо врешті-решт потім ці проблеми вже будуть у здоровому, у дорослому житті цієї людини. Да. І тоді, коли вже може бути пізно. Ну, справді, коли треба, людина вже може замислитись, а час вже втрачено. А вже поздно пить боржомі, як говориться. Так, як то кажуть, да. Так. Да. З приводу того, що можемо пити. Ну, от гарячий чайок, я думаю, що добре. До речі, з медом і з апельсином, будь ласка, пригощайтесь. Спасибо. Аліна. І я так думаю, що взимку якраз це непоганий напій. Так, да, тільки хотіла сказати, що зимою желательно, щоб було більше теплої їди. Тобто, це теплі напитки, не кофе і не чорний чай. Все, що з кофеїном, кофе содержит кофеїн, чай черный содержит кофеин, зеленый чай содержит кофеин. Все кофеин содержащие напитки, они истощают адреналовую систему, то есть надпочечниковую систему, то есть вызывают повышение кортизола. Кортизол – это гормон стресса, и он дает каждой клеточке организма команду «держи жир». То есть чем больше кофеин содержащих продуктов, тем выше жир, и жир именно тот, который хуже всего поддается коррекции, это жир вокруг талии, то есть бурый. Ось як. Тобто?
Тобто, робимо висновки, да. Що треба пити. Тобто ми повинні пити, во-первых, обикновенну воду, не газовану. Тобто це має бути столова вода з мінімальним кількістю мінералів. Тобто що таке столова? Столова – це пригодна для ежедневного потреблення в фізіологічних нормах. Фізіологічні норми потреблення жидкості до сих пор остаються 30 мл на кілограм нормального веса. Тобто якщо чоловік весить середню 75 кілограм, то эта доза соответствует 2,5-2 литра воды в день, чистой воды. Это мега важно. То есть привычка пить воду действительно играет очень большую роль и в метаболизме, и в здоровье, и в сохранении молодости и долгожительства. Тобто, ну, вода есть, так? А если хочется зігрітись, вот хочется теплого чогось? Вот эти все напитки, которые зимой рекомендуются для того, чтобы повысить ощущение теплоты внутри, да, все, что содержит специи, имбирь, бадьян, корица, все эти специи действительно повышают и огонь пищеварения, и согревают внутри. Это невероятно полезно пить в зимний период времени. То есть вот эти и не содержат кофеина. То есть действительно вы не будете... Так, как тогда их... Это же треба смешивать из них, додавать до чего-то. Тобто так просто имбирь, не будешь. Корень продается сейчас везде. Популярный очень. Он же имеет мало сказать, что он согревает. Он еще противовирусный эффект имеет. У него действительно антибактериальный эффект очень сильный. Но единственное, что он не должен быть сильно концентрированный. Трошечки. Да. На кинчик ножа, кажут, вот так. Ну, треба. Как бы, получается, на литр кипятка должно идти тертого имбиря около чайной ложки. То есть вот это будет умеренная концентрация имбиря, чтобы получить и согревающий эффект, и приятный эффект, и не получить обратный эффект, который дает, ну, сильно, если концентрирован, он раздражает слизистую желудка и провоцирует неприятные ощущения, может и обострить имеющиеся хронические болезни со стороны желудочно-кишечного тракта. Тобто ми трошки беремо імбиря. Я просто хочу зараз чай, нашим глядачам розказати рецепт, щоб вони робили собі такі напої. Наприклад, трошки імбирю, потім додаємо палочку кориці. Палочку кориці, так. Звездочку бадьяна. Це дуже красиво, желательно взяти прозрачную посуду, чтобы это было видно. Добавить лимон, можно апельсин добавить, можно добавить ну, мед, естественно, тоже, если мы можем себе это позволить в плане здоровья. Если нам да, можно. Нет аллергии, нет сахарного диабета, если можно. И если мы добавляем мед, то температура такого чая должна быть не выше 60 градусов. Тепленький. В принципе, да, теплый. И вот в таком формате его в течение дня в удовольствие випивати. Ну, супер. Загрева, так, да. Треба переходити на такі чаї. Але ж дуже багато є калина, обліпиха, наприклад, так, малина. Дуже багато зараз можливостей у людей заморозити ягоди. Да. І потім діставати взимку і пити, все це так само змішувати або з медом, як вам більше подобається, або, мабуть, без нічого, якщо вам не можна солодкого. Да. Малина – очень ценный продукт. Действительно, при замораживании она не теряет ацетилсаліциловую кислоту, которая находится в ее составе, что, собственно, и дает жаропонижающий эффект, когда ты имеешь простуду и повышенная температура тебя. Поэтому замороженную малину заливаем кипятком, получаем отличный жаропонижающий напиток. Бачите, как добре. Потом очень хорошо еще, Юль, узвары. То есть узвары – это сушеные яблоки, сушеные сливы, сушеные груши, тоже заливаются кипятком, и можно томить в течение ночи, и получаем тоже калийную звесь, тоже мега полезный напиток. Наши бабуси, как они використовували колись сушені фрукти и ягоди, они все это робили. Они насушували шипшину з літа ще, так, з осені, калину, додавали туди яблук, груш, і все це в піч ставили. Отак, як ви кажете, все це на скільки там, не знаю, там 6 годин, наприклад, так? Все це зранку. Зараз випустили мультиварки. Все, тепер у нас це є. Мультиварку поставили на функцію томлення і отримуєш такий же узвар, як із печі 100 років назад. Ну, будь ласка, так, повертаємось до народних традицій. Але чому б ні, якщо це так корисно для нашого організму? Очень, да. Дійсно, такий бонусний напиток, який дає тобі калій, а калій – мікроелемент, який дуже важен.
кажуть, що дуже корисно було б додавати інжир, якщо він є, так, сушений, він теж дуже корисний, до таких оце узварів. Ну, теж, там теж калій, теж калій. Це не сетова напітка, іменно в содержанні калія. Калій – це конкурент натрію. Натрій – це те, що содержить колбаса, сир, це соль, натрій, хлор. А калій – наоборот. І вони, коли калій, наприклад, більше, ніж натрія, нет отечності, нет слабості мышц, включая сердечную. То есть калій способствует тому, що був тонус мишечний, включая сердечную мышцу. Чого не можна вживати взимку? Ну, краще вже не вживати, аніж залишити на літо, як то кажуть, так? Які продукти ми виключаємо з раціону? Ну, во-первых, ми исключаем из раціону все, що ми круглий год исключаем. Пепсі, фанта, кола, всі напітки, які газовані, сладкі, це з большим... увесь рік. Да. Треба виключити на усе життя. А діло в тому, що вони зимою потребляються по статистиці більше всього, тому що закупаються к праздникам, а праздники у нас починають з 25-го тепер і по 19 января. Вот самое большое количество употребления именно за новогодним столом – это эти сладкие напитки с газом, которые... Це жах, треба якось подумати. Якщо ви не хочете після свят виглядати з мішками під очима, так, то треба взагалі подумати, скільки ж вам треба пити і якої рідини. Да, это важно очень. Потом алкоголь. Тоже алкоголь, он ограничен тоже круглый год, но зимой чаще всего из злоупотребления алкоголя погибает очень много людей в плане замерз, да, то есть выпил больше, чем нужно, не почувствовал переохлаждение и погиб. Поэтому алкоголь мы тоже убираем. Убираем сладкое, все, что простое. А как же без тістечок на свята? Заменить их курагой, инжиром, в которых калий и витамины, чернослив. Я всегда говорю, что альтернатива сладкому есть еда. Нам же нужен сладкий вкус. Да? А сладкий вкус содержит такие продукты, которые помимо калорийности дадут нам еще качество калорий. Да? То есть эта калория будет содержать и витамины, и микроэлементы, и антиоксиданты. Черный шоколад может? Черный шоколад может, обязательно. Обязательно. Черный шоколад – это очень-очень полезная вещь, но если мы говорим о черном шоколаде. Да? То есть процент содержания какао должен быть не ниже 70. Чем выше процент содержания какао, тем ниже процент содержания сахара. Ну, арифметика простая, то есть в 70% шоколаде 70 будет полезного, 30 неполезного. И повышаем свой вкус, приучаем постепенно, повышая процент содержания какао-бобов. С этим повышением процента какао-бобов мы получим то, что мы получим больше антиоксидантов, потому что действительно шоколад, он содержит антиоксиданты. Что такое антиоксидант? Это те вещества, которые борются с разрушением клеток, да, соответственно, старением и изнашиванием организма. И плюс это эндорфин, то есть эндорфин – это ощущение счастья. Це супер. Которого зимой не хватає, да, тому що не хватає вітаміна D. Він виробляється у нас в кожі під дієм сонячної енергії, яку ми не бачимо, починаючи з октября по май місяць включительно, якщо не уїжджаємо в теплі краї. Аліночка, я вам дуже дякую. Справді, настільки все це було цікаво, корисно і необхідно для нас. І тим більше, якщо ми хочемо не просто бути здоровими, а ми ще й хочемо довго бути молодими, то нам треба поступово переходити вже на такий раціон. А тим більше, якщо зараз нас очікують свята, то треба готуватися. Треба морально спочатку приготуватися, що ми все це будемо робити, а потім практично переходити не просто до порад, ми переходимо практично до дій. Да. Будемо вживати те, що нам потрібно для нашого організму. І в тому кількості, яке нам безпечно. Це теж дуже важливо. Да. Тому що найважливіше – це гармонічне відношення до всього, і до їжі в тому числі, і до алкоголю. Дякую вам дуже. Ну що ж, хочеться, щоб все було у нас добре, а в харчуванні – в першу чергу. Так? Да. Спасибо вам большое. Приходьте ще, обов'язково будемо чекати. Ну, а зараз зустрінемось за декілька хвилин з вами.